And я видела, что, как бы сказать, с этого, я видела, что это переживание тела. And she saw that it's a body experience. И все остальное, что я сейчас переживаю, чувствую, тоже стало как будто не моим. And also everything that she feels and sees also like not her. И мой поиск, и гуру, и концепция меня, все люди. И and her search, her guru, the conception of why is all illusion. She don't have anything. So it can't be defined or expressed in the words. Оно не может быть определено и выражено словами. It's some exceptional feeling inside. Это какое-то невообразимое чувство. Exception to peace inside. Это покой. Exception to happiness inside. Счастье. You at that moment you forget entire world. И в этот момент забываешь о себе. Including yourself. Включая себя. No body experience. Никакого переживания тела. No mind you and the. Никакого ума, интеллекта и эго. Just I'm. Просто я. It's a stage prior to beingness. Это состояние перед. Prior to beingness, there's no any witness, there's no witnesser. До бытия не было никакого свидетеля, ни свидетель, ни того, что свидетельствует. So question of body knowledge not there. И поэтому никакого никакой вопрос о телесном знании не возникает. Это своего рода духовный взрыв. Unknown identity, unknown identity. Это непознаваемая сущность. Feel it, but we can't explain the words. Мы это чувствуем, но не можем выразить словами. You were melting, tears coming out.
Когда нравится. When you were melting. Когда эго плавится, слезы выявляются.